Итак, лабиринт света и рай сердца. То есть ясное изображение того, что на этом свете и во всех предметах его нет ничего, кроме суеты и заблуждения, сомнений и горести, призрака и обмана, тоски и бедствий, и, наконец, досады и отчаяния. Но тот, кто остается дома в сердце своем и запирается с одним Господом Богом, приходит к истинному и полному успокоению и радости. Произведение это написано в 14 частях, и мы начинаем с первой, с налога. Thank you.
осознавать разницу между добром и злом, увидел я среди людей различные сословия, положения, профессии, труды и предприятия, которыми они занимаются, и у меня явилось непреодолимое влечение подумать хорошенько о том, к какой группе людей примкнуть и как провести свою жизнь. О чем много и часто размышлял я и советовался со своим разумом, но о том и остановилось мое внимание, а именно выбрать себе такой образ жизни, в котором было бы по возможности меньше забот и беспокойства, а возможно больше удобств, покоя и отрады. Вышел я из дому и стал оглядываться по сторонам, раздумывая, откуда и как начать. Вдруг, и сам не знаю откуда, взялся передо мной человек. С твердой поступью, осмысленным взором и быстрой речью, да так, что казалось, будто ноги, глаза, язык, все у него вращалось на каких-то подвижных пружинах. Удивился я и спросил, откуда же такой мой милый? Имя мое Всевет, прозвище Вездесущ, ответил он. Я хожу через весь свет, смотрю во все его стороны, у каждого выпытываю его слова и дела, что есть явно во все вижу, что тайное за всем слежу и наблюдаю. Одним словом, без меня ничто не может происходить. За всем присматривать моя обязанность. И если ты пойдешь за мной, то поведу тебя во многие тайные места, куда без меня ты никогда не попал бы. Услышав такие слова, я и сам обрадовался. Обрадовался, что нашел такого провожатого, и стал просить, чтобы не почел за труд провести меня через весь белый свет.
Thank you.